Безопасность детей превыше всего. Народный контроль дал старт проверкам детских оздоровительных лагерей. И пусть перед открытием их уже инспектировала межведомственная комиссия, общественники решили еще раз убедиться в том, что за отдых детей родители могут быть спокойны. В Котовск с инспекцией отправился и Дмитрий Алешин. Народный контроль шагает по дорожкам и тропинкам лагеря, заглядывая в каждый домик. Проверить необходимо многое. Это безопасность детей, это самое главное. Безопасность, это, о чем я говорил уже, это пожарная безопасность, это наличие круглосуточной охраны, это соответствие оздоровительного лагеря всем санитарным требованиям, то есть наличие разрешений. В столовой приятно пахнет скорым обедом, но контролеров это не отвлекает. Проверяют каждую мелочь. Впрочем, костру есть чем удивить, например, полностью обновленным оборудованием на кухне. В плане безопасности лагерю тоже стыдиться нечего. На страже спокойствия детей стоят чоповцы. Им в помощь в лагере работает система видеонаблюдения. Вчера один мальчик вечером, я с ним разговаривал. Вначале, как он мне сказал, мне мама отправилась насильно. А потом говорит, спасибо за это маме. То есть, ну, детей не обманешь. Увиденным проверяющие остались довольны. Ни одного серьезного нарушения. К слову, именно сегодня в лагере открыли первую смену. От шумного города приехали отвлечься больше 350 детей. Потому что это интересно. Да, отдыхаешь от интернета, все вот это. Чистый воздух. Можно повеселиться. Проверками народный контроль будет выезжать в июле и даже в августе. Причем проинспектируют еще и пришкольные лагеря. Конечно, вопросы безопасности и санитарных норм, несомненно, важны. Однако критерий успешности любого лагеря – веселье детей, которые в нем отдыхают. И здесь с этим, судя по всему, проблем нет. Дмитрий Алешин, Богдан Северин, Вести, Тамбов.